Не хочешь в свою комнату вернуться? Куда потащила собаку? Кто разрешил? Я сказала нет, потому что ты папа не разрешил. Это на октябрь. Так, чем тут занимаемся? Художеством. Ксюша, вау. И что, так его нужно, наверное, как-то выделить белым, наверное, да, еще? Да. Чтобы было видно хорошо. Привет всем, ребят. Эй, мама, пускай со дверью не измойся. Ага. Что? Не вот знаю. Купили такой наборчик. В общем, такие формочки из гипса. Фигурки, то есть. Залили гипсом. Вот такие вот формочки. И теперь, Ксюша. А вот это нужно листочек зеленым, да, наверное? А? А кто это? Я не вижу, кто это. Это какой-то жук. Это жука. Нет. Это жука, говорит. Жука-буга. Это жук. Не вот, вот этот? Нет. Нет. Вот он. А, нет, это что? Кружнина, здесь нет, Макс. Здесь его не показывают. Каролина ушла на день рождения к подружке. О, мама! Загадная, загадная. Это прям снимать надо? Да, потому что тут же есть. Это мотылек? Это бабочку. И нет, мотылек это. Ой, не знаю, я боюсь поломать, может быть, этим ножичком. Ну, а сюрприз капитарас. Я уже здесь нарезала баклажанчики. Хочу сегодня пожарить на ужин. С помидорами. Вот. А Макс на каком? На черном? А ты на своем? Это Маргаритин или твой? Это же Маргаритин, да? Маргаритин. А, ну, без разницы, в принципе. Нет, к Максе только здесь, хорошо? Нет, туда не надо, здесь можно. А мы полежим немножечко тут. Пока тепло. Пока дождика нет. Вообще-то дождик передавали. Не знаю. Хочу солнышко, хочу тепло. Давайте, давайте поедем куда-нибудь, где тепло всегда. Бонни до сих пор путает комнаты? Да. А, Бонни? Бонни путает комнаты. Как тебе тут спится? Нормально? Уже вторую ночь? Хорошо? Не хочешь в свою комнату вернуться? Нет? Обычно Ксюша, она быстренько возвращается к своему, что у нее раньше было. Но сейчас ничего, так нормально. Кики тут как? Смотри, какую она там норку видела, сделала вон там. Нет. Вон, смотри, прям. Норка. Где Кики, Бонь? Бонни, где Кики? Где Кики? Вот там, вот-вот. Вот там Кики, там Кики. Спит. Спит, наверное, да? Зачем тебе эта собака? Она больше тебя. Зачем она больше, чем ты? Куда? Куда ты потащила? Куда? Куда потащила собаку? Куда ты ее потащила? Дай сюда собаку. Беги за собачкой. Мне нравится, как она ее тащит. Подожди, подожди, пусть она ее возьмет. Собака почти... Собака в два раза больше, чем она. Ой, еще. Еще одна. Вот это вот пойдет. Вот это собачка твоего размера. Ну, такая споткнулась, видела? Бонни, пойдем, Бонни, быстрее, пойдем, ко мне. Ко мне, Бонни, ко мне, ко мне, ко мне, быстрее. Бонни. О, семейство твое теперь здесь, да? Давай. Это же твой костюмчик был, Бонь, раньше. Теперь он маленький. Да, она его носила. Ну все, заживала. Сейчас я засыплю солью, чтобы горечь вся ушла, пока я буду подготавливать. Пока я буду подготавливать все, она у меня настоится, сок выйдет. И буду жарить. Так, все, готов у меня ужин. Девочки, мальчики, садимся. Каролина уже пришла с дня рождения. Так, куда пошла Каролина? Вон, смотри, уходит. Пришла она со дня рождения, принесла вот такую вот коробочку. Они там делали сами. И полная конфет. Конфеты, конфеты, конфеты. А ну-ка,
Вот так вот, все. А где Маргарита? Что ты делаешь, уроки? Да. По какому? Немецкий. Немецкий? Мама, хочешь конфет? Хочу конфет. На. Какую можно взять? Нет, вот эту можно? Ой. Вот эту можно взять? Да. Чупа-чупс. Спасибо. У тебя два есть? Ну все, я у тебя один возьму. Где собачка? Ну-ка, тащи быстро к себе. Тащи, тащи, тащи. Давай, давай. Неси, неси. Опа. Угу. Это такой. Я вот так вот, и мне вот такой. Ну да, ты что? Где собачка? Ну-ка, возьми собачку. Это Келес. Бери собачку на кроватку. Молодец. Ну аккуратно, что ты ее так трясешь. Бонни, разве можешь так обращаться с собаками? Бонни. Ну ты чего? Нельзя так делать. Нельзя так обращаться она с собакой. Она нюхает себя. Угу. Потому что она это раньше мутила. Все, теребит. Дай она, кончик. Теребит. Опа, опа. Я тебе буду. Ты ее так потереби тоже, как она собаку. Ксюша, она знаете, с кем играет в этот Fortnite? С родителями своей одноклассницы. У нее одноклассница играет, и плюс еще ее мама и папа играют. Вот они. Все вместе там. Ну чтоб родители играли, я такой, конечно, первый раз слышу. Дети мои собрались на улицу кататься на великах. А ты почему без обуви? Как быстро обулась. Нет, смотри. Она собралась кататься на велосипеде без обуви. Иди обувайся, Каролин, так нельзя. Педали крутить без обуви. Это же больно. Придумала тоже мне. Давай. Понятно. Готова? Ага. Давайте, только на дорогу не выезжать. Нет. Смотреть по сторонам. Хорошо? Никого не задавить. И чтобы вас никто не задавил. Я делаю уроки по немецкому. Которые я не хочу делать. И еще вот этого закончить. У нас уже через 2 дня каникулы. 2 недели каникулы. Забыла. Карандаши. Пойду Ксюшу спрошу. Ты мне дофахти не штифт, да? Бонни, где собачка? Что-то так она. Ты не понимаешь. Тебе не нужен телефон. Да, мне нужен. У тебя должно быть все в голове. Телефон тебе только мешает. Ты начинаешь на вопросы отвечать там в WhatsApp, начинаешь писать всем, да. Мне нужен. Твои друзья ничего не делают, бездельники, а ты уроки ешь, делаешь, они тебе мешают. Не. Понимаешь? А потом у тебя оценки плохие. А кто там катается? Там Каролина, да? Пончик. Бонь, кто там? Кто там? Там Каролина. Вот она прибежала. Ребят, тут такая история недавно произошла. Очень интересная. Маргарите. Сама расскажешь? Нет. Маргарите предложил дружить один мальчик. Ну как дружить? Встречаться, как говорят. Да, Маргарита что сказала? Нет. Маргарита сказала нет. И там ни один мальчик спрашивал, это твои одноклассники? Или не все одноклассники? Ну, в общем, там несколько мальчиков. Ну, они как дружат, они как друзья общаются, они переписываются. Вот, в школе общаются, но... А у вас вообще в школе встречается кто-то с кем-то? Да, много. В 11-12 лет?
Много? В смысле много? Нет, только два. Одна девочка, и потом еще мальчик и девочка. Но они с одного класса все? Да. А ты почему сказала нет? А им разрешили. Кто разрешил? Я сказала нет, потому что ты папа не разрешал. Папа не разрешает? Папа сказал до 18 лет. Что? В смысле? А им родители разрешили? Да. Им родители разрешили. Интересно. А тебе папа не разрешил? Нет. И ты им сказала нет? Ну, я сказала, вдруг папа мне скажет когда-нибудь, да? Такая счастливая. Ага, подойди к папе, скажи. Скажет ой, он. Нет, лучше. Скажет он тебе, да, ага. Чем отличается их дружба? Не знаю. Ну так ты мне сейчас просто утверждаешь? Они вместе, они себя любят. Они вместе, они друг друга любят? Да. Это разница, да? Да. А ты кого-нибудь любишь? Нет. Нет, ну и все, не надо. А то, что они кого-то любят, и ладно. Должны оба любить. Да, Бонь? Так что? Как полюбишь, так скажешь. Мама, я люблю. А мы посмотрим, кого ты там любишь. Я решила порисовать в моем дневничке. А как он делал? Это мут на октябрь, это на сентябрь. А чуть не раскрашивала. Я не знаю, я забыла. Это на октябрь. Ну вот, как раз в сентябре начнешь. 23 сегодня. На следующий четверг. А тут нужно было раскрашивать планеты? Только три цвета. Ну, здесь тоже. Еще что? Больше ничего? А вы хотите фарбы? Я бы взяла цветы. Цвета такие желтые. Осенние, да. Да. Осенние возьми цвета. Оранжевый, желтый. Красный. Ты уроки сделала? Ага. Радость моя. Тогда а собираемся спать. А ты резинки мне ешь. А зачем ты резинки в ланчбокс складываешь? Ну конечно. А что ты кашляешь? Давайте все. Один. На боковую. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь, семь. Нет. Семь, потом восемь. А-а-а. Давайте все. Пойдем гулять, мальчик. Пойдем гулять, мой маленький такой, все, девчонки. Всем пока.